После того, как Эмрах похищает Аслу, барыш взбесится и потребует, чтобы та больше ни на шаг не отходила от него. Хотя вся эта ситуация и нравится Аслы. Однако увиденные ею фотографии барыша и Элайды мешают ей довериться ему. Барыш осознает, что холодные отношения Аслы связаны с Элайдой, и, не выдержав больше, раскрывает перед ней чувства, которые скрывал несколько месяцев.